Эта «Хонда» с фирменными наклейками известной службы такси вспыхнула сегодня в 5 часов утра. Владелица автомобиля «Виктория» зарабатывала на жизнь пассажирскими перевозками. Машина полыхала с такой силой, что в салоне взорвалась запаска, а пламя повредило соседний тополь. В отделе надзорной деятельности предполагают, что причиной может быть умышленный поджог. Сегодня в 5 часу утра произошел поджог автомобиля по адресу 7 микрорайон у дома номер 9. Машина «Хонда Одиссей» 98 года выпуска. На месте были обнаружены оплавленные фрагменты пластиковой бутылки. То есть совершен поджог. Отделом дознания проводится проверка, материальный ущерб устанавливается. Виктория рассказала, что машину ставила под окнами в течение 3 лет и ни разу ничего подобного не происходило. После случившегося она не обнаружила на автомобиле задних госномеров. Приехала в 1 часу ночи, легла спать. То есть в 4 с лишним, там, не знаю, может, минут 10-5, муж с криком, что машину бьют. Я обратила внимание, как бы мы, конечно, посмотрели в окно. Он сказал, машина горит. Все, мы вышли из подъезда, были в шоке, машина просто сама пылала. Я думаю, что такси «Максим» вредят как бы конкуренты. Ну, непонятная какая-то война. Да, вот это вот вообще факт. Это не первое происшествие с автомашинами службы такси. По признанию многих водителей, злоумышленники частенько бьют стекла и прокалывают шины. Пострадавшие связывают это с происками конкурентов, причем своих же коллег, так называемых фрилансеров. Людей, которые работают в этой же фирме, но с неоформленными автомобилями. Как правило, у таких водителей нет лицензии на перевозку пассажиров, а значит нет и высокого заработка. Сейчас эту версию предстоит проверить правоохранительным органам. Яна Попова, Михаил Тырышкин. Местное время.